29 августа 2024 года. Жара, а на траве перламутр. Видите, блестят блестки какие-то на траве. Сияют. Как вы думаете, что это такое? Блестки на траве. Смотрите. Лист просто инкрустирован перламутром. Знаете, что это такое? Нет? Слабонервных уберите от экрана называется. Сейчас я вам скажу, что это такое. Что это за перламутр блестит, переливается на траве? На огороде у нас. Убрали слабонервных от экрана. Это слизь от слизней. Это сопли слизней. Давайте-ка их поищем. Где они притаились, голубчики? Вот ящик, наполненный водой. Может быть, под ящиком сидят? Конечно же, да! Вот они, голуби. Вот они, садовые слизни. О, сидят. Притаились. Ждут темного времени суток, чтобы опять начать лазить по траве и украшать ее своими соплями перламутровыми. Есть способ накидать арбузных корок, они сползаются за ночь, и оставить на ночь на огороде, а потом эти корки выкинуть. Они очень любят арбузный этот, как сказать, запах. Прям потом с этими корками их куда-нибудь деть. Вот. Также они в подвале бывают, живут, эти слизни. И когда увидите, что на траве такой вот перламутр блестит, это вот знаете, что это их следы, этих слизней. Значит, у вас в саду слизни. Кроме того, вот такой способ есть в теплице, чтобы помидоры от них защитить. Разбрасывать чешуйки эти от яиц, скорлупу. Они очень не любят ползать по скорлупе. Скорлупа их сильно ранит. Вот такие два способа. А какие у вас есть способы борьбы со слизняками? Напишите в комментариях к этому ролику. О, прибалдел от жары. Даже двигаться не хочет. Какой ленивый слизень. Ну, ленивый, хорошо, пусть живет. Пусть живет. Раз ленивый. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий Зарла, Природа и культура. До новых встреч.